А ты видишь, ни черта видно не будет. Это если бы поставить. И куда мы ее, блин, поставим? И что мы там будем снимать? Да ладно, что-то ж снимем. Это я сейчас сяду и жопой закрою. Татьяна, это то, что ты с этим Дедом Морозом, это что, она уже работает? Да, уже работает, аж уже она смотрит. Давайте я подниму, я снимаю. Да ладно, давайте лучше песни петь. А Светка только кушает. Лиза, ты понимаешь, я когда пью, хочу кушать. Давай, слушай, я сейчас чуть кушать пойду. Поэтому я вообще не пью, потому что много кушаю. Мою песню поешь, я не знаю. Я, ты послушай, сто лет мечтала о нем. Куда он сам сто лет спешил, ведь она так решила, и он решил. Я клянусь, что это любовь была. Посмотри, метель ее диван. И знаешь, хоть Бога к себе призови, разве можно понять что-нибудь в любви? Осенний ветер в окно стучал, и она молчала, его молчал. И она не стала на его пути. Так ужало. Я клянусь, что это любовь была. Посмотри, ведь это ее дела. И знаешь, хоть Бога к себе призови, разве можно понять что-нибудь? А Пряхина зажурила. Вообще Куржава классно, да? Такие песни. Очень. А «Путешествие дилетантов» ты его читала? Я прочитала на одном дыхании. Это обалденнейшая вещь, ее надо прочитать. Когда ты нам кормуешь ее? Ну я же там понятно, что это графический такой. Не-не-не, это 19 век там. Как называется? «Путешествие дилетантов». О, а куда же они ехали, да эти дилетанты? Путешествовать. Там о любви. Там про декабристов немножко. И о любви. Ну такая вещь потрясающая. А я что-то не думала, что он писал прозу. Писал что-то? Да. Ой, ну, как роман, жалко. Роман. Ну я понимаю, такой. Я же говорю, я не думала, что Куржава писал. Как-то воспринимала только вот песни, бард. А кто там мне выслал там в разных интерпретациях? Сева за на дерево, за вишней полез. Сорож Матвеева не вает обрез. Это ты нам высылала? Есть оно у тебя? Почитай, Светки. Нет. Ну это ты мне высылала, может, оно не сохранилось, потому в что... В разных интерпретациях потом. Как книжечки. Пушкин об этом писал. Да? Ну как, оно такое, там единственное, что я ржала там аж на полу ногами. Совала, как Лаура спрашивала мне, что это значит. И она потом даже интерпретацию сделала. Нет. А, да, садистские стишки. Садистские стишки. Но оно не совсем садистское, оно такое смешное, в общем-то. Мы петь будем еще что-то? Я ставлю туда, где ты поставила, но я без понятия, что там видно. И я без понятия. Всегда будем успевать. Ну так а что ж ты успеваешь? Там ничего не молчи, чернебровы. Не забуду вас никогда. Я вас поблагодарю. Вы снимете черепу. Иди сюда поснимаешь. Давай, бегу. На, давай, молодец. Ты в одну руку леденец, а в другую камеру. Только ты не очень сильно дергайся. Так потихонечку, потихонечку. Так ты немножко на ноги, немножко на лице. Отходи потихонечко.
же я люблю вас. Ти і своєї я росла, виростала. Та що ж мережі? Від очей твоїх Бабушка. Бабушка. Так у меня наоборот, на старости выше становится. Светка. Бабушка. Что, детка? Ешь, детка, я не хочу, я потом, ладно? Я тебе на камеру снимал. Можешь остановить, а потом, когда будем песенки петь,